весенняя вакцинация животных. Почему так важно делать прививки бродячим и домашним животным? Чем помогают волонтеры? Видео-визитки собак, проживающих у волонтеров. Они готовы обрести свой дом и ждут хозяина. Гости в студии. Ветеринарный врач Ольга Медведева и руководитель волонтерского движения «Самары Лапа» Дарья Кононова. Смотрите программу «Хочу домой» в пятницу, 23 апреля, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».